Перечень услуг, которые может оказать фонд, довольно большой. Это и помощь в консультировании по правовым вопросам, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, бизнес-планирования, кадровой работы. Также здесь вам окажут помощь по доступу к информационным базам данных и иным информационным ресурсам органов власти. Помогут стать участником выставки или ярмарки и многого другого. Задача фонда – сделать так, чтобы ваш бизнес развивался и приносил доход. Мы здесь ждем всех. И начинающих, и малый бизнес, и средний бизнес. Но в основном у нас приоритет, конечно, на начинающих предпринимателей, которые хотят начать свое дело к непосредственно нашему, так скажем, муниципальному образованию и поддерживать этот бизнес и развивать, и оказать помощь в этой деятельности. Как отметили в фонде, все оказываемые услуги будут бесплатными для представителей частного бизнеса. Многие могут сказать, что бесплатно сыр бывает только в мышеловках, и будут правы. Правда только в этом. Фонд заинтересован, чтобы в городе бизнес развивался как можно успешнее, и благодаря этому успеху город получит свои экономические дивиденды. Для муниципалитета предпринимательская среда – это понятно, что это дополнительное налогообложение, а для социального значения – это занятость, это рабочие места, это трудоустройство наших людей, которые живут в городе. Решается, значит, несколько сразу задач? Будем пытаться решать несколько задач. Фонд уже открыл свои двери и готов оказывать консультации. Эта некоммерческая организация находится по адресу улица Дзержинского, 10. Также на прием к специалистам можно будет записаться по телефону 5 70 86.